Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваших экранах Assetto Corsa, и как вы могли понять из названия сегодняшнего видео, речь у нас пойдет о настройках машины для дрифта. И это, наверное, самый важный вопрос, который всегда всех интересует, потому что, в принципе, без нормальной настройки, да, поехать вы сможете, но можете столкнуться с разного рода проблемами, разумеется, со всякими разворотами, вылетами с трассы и так далее и тому подобное. По настройкам пробегусь в той последовательности, в которой я обычно настраиваю. А именно, для начала я настраиваю такие параметры, при изменении которых не повлечет изменение каких-то других. Первым делом я всегда настраиваю коробку. Зависит это от того, на какой машине вы находитесь, на какой трассе вы едете. Потому что у каждой машины все равно немножко разная мощность. Плюс, опять же, если мы берем какие-нибудь ВДТСки, у них, соответственно, одна мощность там в районе 300 лошадей. Если мы берем что-то помощнее, типа ДЦГП, там уже в районе 1000. И, разумеется, там уже надо настраивать именно коробку так, чтобы вам на определенных передачах было удобнее проходить определенные повороты именно определенной трассы. То есть, если трасса более какая-то затычная, то нужно ставить коробку так, чтобы вы проходили, там, к примеру, на какой-нибудь второй и третьей передаче повороты. Если какие-то машины помощнее, то можно поставить, чтобы вы проходили на третьей, четвертой. Если трасса какая-то более скоростная, к примеру, как Moscow Raceway, то там можно сделать так, чтобы проходить передачи аж на четвертой, пятой или даже на пятой, шестой. Но в целом старайтесь настраивать так, чтобы при отпускании газа, когда вы делаете перекладки, у вас машина не затухала. Чтобы она раздавалась практически без клочей. Ну, соответственно, на длинных протяжных поворотах, чтобы она у вас не долбилась в отсечку. Иначе вы просто длинный поворот не дотянете. У вас машина просто либо выровняется, ну, тут больше будет зависеть от подвески, либо просто уйдет внутрь поворота, и, разумеется, вы всю длину поворота не протянете. Следующий параметр — это колеса. И нет, не те, которые вы принимаете, а те, которые у вас стоят на машине. Тут, разумеется, вы наверняка приблизительно понимаете, что если вы перекачаете колеса, площадь контакта у вас с поверхностью будет меньше, и колеса будут замыливать. Но это если касается задних колес. Если брать в расчет передние, то вы, скорее всего, при перекачке передних колес будете просто-напросто улетать с трассы. Обратная же ситуация касается, если колеса сильно сдуть. У вас будет просто чересчур много зацепа, но это не значит, что вы будете толкаться вперед очень хорошо. Нет, как вариант, вы можете просто затухнуть, потому что у вас просто не хватит мощности для того, чтобы провернуть колеса. Поэтому старайтесь держать значение в районе где-то 24-26 PSI, но только не по вот этим настройкам, а именно по настройкам виджета, потому что он учитывает еще и температуру поверхности. Для тех, кто привык измерять давление в барах, то приблизительно понимаете, 30 PSI это примерно 2 бара. Топливо, понятно, оно в принципе влияет на поведение машины, потому что если вы зальете очень много, то, разумеется, на жопе появится инерция. Но если вы, к примеру, катаете горы, то заливать каких-то 5 литров нет смысла, потому что вы просто не доедете до конца трасс. Такое малое количество топлива имеет смысл заливать только в том случае, если вы участвуете на соревнованиях. Вам, разумеется, там проехать один или два заезда, вам там 5-7 литров вполне хватит. Следующая настройка — это турбина. На маломощных машинах делать каких-нибудь там 90, 80, 70% не имеет смысла, потому что мощность вам на тачке в любом случае нужна, а компенсировать замыливание можно с помощью настроек подвески. Что касается более мощных тачек, то там можно скинуть до 90, но принцип все равно тот же самый. В принципе, настройками подвески это все равно компенсируется. Следующий подпункт — это дифференциал. Весьма сложная настройка в том случае, если вы не ставите в DiffPower 100%. 100% это заварка, и значит все, на остальные настройки можно в принципе забить хер и ничего не заморачиваться. Но если же вы все-таки хотите что-то тут поднастроить, чем я, в принципе, наверное, никогда не занимаюсь, но все-таки попытаюсь объяснить. Если вы приблизительно хотя бы понимаете, как работает дифференциал, то он распределяет нагрузку у вас на колеса таким образом, чтобы у вас внутренние колеса в повороте вращались чуть-чуть медленнее, чем наружные. И вот тут многое будет зависеть от дифприлода, потому что это преднагрузка, которая будет у вас уже задействована на дифференциале, ибо это значение нагрузки, которое у вас уже будет немножко поджимать дифференциал, и вам останется только немножко, скажем так, подбавить газу для того, чтобы диф заблокировался. Когда вы едете под газом, у вас диф в любом случае заблокированный. Но если вы едете в повороте и, скажем так, немножко приспускаете газ, и приспустили газ чуть-чуть сильнее, у вас, соответственно, нагрузка с колес немного спадет, соответственно, с дифференциала также, и он просто-напросто разблокируется. Что, соответственно, сделает что?
Правильно, у вас одно из колес, а именно наружнее, начнет вращаться немного быстрее, чем внутреннее. Что это может за собой повлечь? А именно то, что если вы будете работать газом неравномерно и постоянно, то есть то подбавлять газа, то снимать, у вас будет постоянно заблокироваться, разблокироваться дифференциал, вы просто-напросто улетите нафиг с трассы. Или машина будет ехать очень дерганно. То есть сами понимаете, потому что у вас на жопе то колеса будут вращаться с разной скоростью, то с одной скоростью у вас зацеп то будет появляться, то будет пропадать, то будут проскальзывать колеса, то не будут проскальзывать. В общем, езда будет очень рваная и непонятное. Поэтому я для начала в любом случае советую вам ставить просто 100% full заварку и не себе голову. В следующей настройке можно в Engine Limiter установить значение, к примеру, вашей выходной мощности меньше, если вам, к примеру, мощности слишком дофига, при этом это не влияет на буст, это в принципе просто максимальную вашу мощность, даже с бустом немножко уменьшит, но тут обычно никто ничего не делает, обычно все стоит на сотне, а вот следующую настройку уже меняют. Это Break BS, это распределение тормозного усилия, и Break Power, разумеется, само усилие тормозное, которое вы будете оказывать. Чем больше значение у вас Break BS, соответственно, тем больше у вас будет усилие на передние именно колеса. Чем меньше, соответственно, тем больше у вас усилие тормозного сместится назад. На что повлияет данный параметр? А он как раз-таки повлияет на ваши развороты во время перекладок, ну, либо при езде в тормоз. У вас машина начнет заугливаться в том случае, если вы слишком сильно сместите тормозное распределение на передние колеса. Ну, сами понимаете, когда вы едете в заносе и нажимаете тормоз, и у вас сильнее блокируются передние колеса, соответственно, у вас жопа просто начинает опережать перед. Поэтому я обычно ставлю значение в районе 60, ну, по крайней мере, мне так удобно. Я могу спокойно ехать, даже при торможении, и у меня машину не будет никак заугливать. Тормозное усилие, тут уже сами смотрите по ситуации, как вам будет более удобнее. Я ставлю значение в районе 90, наверное. Ну и как вы могли заметить, я пропустил несколько вкладок, а это значит, что мы переходим теперь к самому сложному и самому важному параметру, который влияет на дрифт, а именно подвеска. И уже на нее у нас влияет аж целых 3 вкладки. И первым делом мы настраиваем suspension. Почему начинаем именно с него? Потому что если вы будете настраивать жесткость, высоту подвески в конце, то она будет у вас напрямую влиять на настройки сход-развала. Для начала высота подвески. И тут, вопреки всеобщему мнению, не стоит садить машину на землю. Многие наверняка приняли считать, что чем машина ближе у вас к земле, тем, соответственно, она лучше управляется. Да, с какой-то стороны у вас пропадает инерция, потому что у вас машина ниже становится. Но, поверьте мне, в дрифте это не совсем так работает. Ибо в дрифте очень важен именно ход подвески. И, соответственно, если вы машину посадите на землю, у вас просто подвеска не будет работать. Здесь изменение всех параметров зависит друг от друга, потому что если вы зажмете подвеску, сделать ее более жесткой, то, соответственно, и высота подвески тоже увеличится. Соответственно, тут надо правильно распределить и жесткость, и подстроить высоту подвески. Если вы катаете какие-то конфиги, то там, в отличие от гор, покрытие, разумеется, ровное, и никаких перепадов высот особо нету. Соответственно, можно подзажать что переднюю, что заднюю подвеску, но, опять же, пережимать не стоит. Все равно я обычно больше значений, к примеру, каких-нибудь там 110, я, наверное, даже не делаю. Но заднюю подвеску все равно старайтесь всегда делать мягче, чем переднюю. Не намного, но на 20-30 пунктов можно сделать меньше. Если же вы катаете горы, то да, там уже можно сделать подвеску что переднюю, что заднюю помягче. Потому что в дрифте что важит? Правильно, крен. Если вы очень сильно зажмете подвеску, то вы просто нафиг улетите с трассы. И когда вы поставили жесткость подвески, можете поработать уже с высотой. Тут уже зависит от разного типа машин, но старайтесь приблизительно ползунки держать на середине. Ну и, соответственно, делать так, чтобы у вас перед был чуть-чуть немножко ниже, чем жопа. Потому что жопа под нагрузкой будет просаживаться очень сильно. Соответственно, жопу старайтесь делать на там 3-4 мм выше, чем перед. Изменение стабилизаторов, разумеется, не повлечет изменение каких-то других параметров, но они тоже важны. Как я и сказал пару секунд назад, крен в автомобиле очень важен, поэтому зажимать стабилизаторы не стоит. Держите значение переда в районе там от примерно 15 до 20 тысяч, а жопу на, скажем так, 3-4 тысячи меньше от переда. Следующая настройка, к которой мы переходим, это как раз таки сход-развал. Об этом я уже говорил, если сначала сделать сход-развал, а потом уже переходить в suspension,
то при изменении суспеншена у нас весь сход развала уйдет нахрен, и все кемберы тое поменяются. Итак, что по настройке сход развала? Для начала с передними колесами определимся. Принцип развала наверняка многие из вас понимают. Это завал колеса в вертикальной плоскости, то бишь если смотреть на колесо спереди. Для чего нам нужно заваливать колеса? А именно для того, чтобы у нас было больше зацепа на колесе, которое у нас нагружено. То есть, если вы, к примеру, поворачиваете в правый поворот, у вас нагружается левая сторона. И, соответственно, у вас левое колесо, а точнее резина левого колеса, сминается. Если бы развал вы не делали, то, соответственно, у вас бы просто часть резины приподнялась от земли. А так как мы сделали развал, соответственно, у нас колеса уже немного повернуты, и при нагрузке у нас резина немножко уходит, но так как колеса уже немножко повернуты, они принимают большую площадь контакта. Если вы катаете на каких-то маломощных машинах, то бишь в ДТС, то есть это в районе 300 сил, то делать какие-то гигантские значения не имеет смысла. От 2,5 до 3 можно катать вполне себе спокойно, потому что инерция там не такая большая. Если же вы играете на каких-то высокомощных тачках, то там уже можно поставить повыше, там даже от 4 до 6 можно выставлять. Следующий параметр — это схождение. Если вы посмотрите на колеса сверху, то вы заметите, что при изменении значений у вас колеса будут становиться либо домиком, либо буквой V. Давайте представим ситуацию. К примеру, вы выкрутили схождение полностью в плюс, на максимум. Соответственно, колеса поставили домиком. К чему это приведет в заносе? Когда вы заходите, образно говоря, в правый поворот, у вас нагружается левая сторона, и левое колесо, которое у вас, ну, соответственно, больше нагружено, становится более ведущим, и оно направлено вовнутрь поворота. Соответственно, оно будет утягивать вас внутрь поворота, а так как задние колеса вас еще толкает, возможны развороты, потому что у вас жопа просто начнет опережать перед. Поэтому вы либо стянетесь вовнутрь поворота, либо при достаточном газе просто развернетесь. Если вы же делаете обратную ситуацию, сделайте так, чтобы у вас схождение было в минус, и, соответственно, колеса станут у вас буквой V, то на том же самом правом повороте у вас уже левое колесо, которое будет более нагружено, оно будет смотреть из поворота, оно либо вас просто выровняет, либо выкинет нафиг с трассы. Также дополнительное схождение это будет влиять на чувствительность. Если вы поставите схождение больше в плюс, то рулежка будет более плавная и стабильная. Если вы сделаете чуть ближе к минусу, то, соответственно, рулежка ставит более такая немножко дерганая, но при этом резкая. В целом, старайтесь держать переднее схождение ближе к нулю. И вот я же говорю, вот этими небольшими плюсами и минусами регулировать в зависимости от того, что вам надо. Либо вам надо более плавность на передние колеса, значит смещайте чуть-чуть в плюс. Если вам надо более резкость на передние колеса, смещайте чуть-чуть в минус. Теперь переходим к заднему схождению. Принцип тот же самый. Если вы ставите схождение в плюс, то, соответственно, у вас колеса начинают смотреть вовнутрь, то есть ставятся домиком. Если вы ставите значение в минус, то у вас значение становится буквой V. Как это повлияет? Опять же, берем рассмотрение поворот. Если вы ставите значение в плюс, соответственно, колеса у вас теперь домиком, и вы входите в поворот, соответственно, у вас теперь левое нагруженное колесо в правом повороте смотрит вовнутрь поворота, оно более острее к повороту, и оно как бы пытается вас утянуть внутрь поворота, то есть сделать более машину, скажем так, стабильной и вытолкнуть вперед. Если же вы сделаете значение наоборот минусовое, соответственно, у вас колеса начнут смотреть наружу, буквой V. Соответственно, у вас левое колесо просто закрутит вас вокруг оси. Поэтому имейте в виду, положительное тое сзади сделает машину более плавной и позволит ей толкаться. Отрицательное схождение сделает машину более резкой, но позволит ее лучше закручивать, соответственно, у вас будут быстрее перекладки. Разумеется, на все это влияет много всяких других параметров, то как вы оттормаживаетесь, то когда вы прожимаете сцепление, то как вы газуете. Но в целом, если рассматривать именно сами параметры схождения, то оно влияет именно на это. Ну и последняя настройка — это задний развал. И тут, в отличие от переднего, вы могли бы подумать, что надо ставить тоже минус, потому что у нас так же само колеса нагружается на повороте, но здесь работает немножко другая тактика. Потому что, когда вы работаете с газом, соответственно, как только вы прожимаете газ, у вас жопа просаживается, и колеса у вас уходят.
то есть разъезжается, как у пьяных женщин. Для более точного понимания, какое значение развала у вас в данный момент во время заноса, вы можете включить виджет Suspension и посмотреть, какой развал на нагруженном колесе во время дрифта. К примеру, если вы едете, у вас правый поворот, смотрим на левое С. Если у вас левый поворот, смотрите на правый кембер. Старайтесь делать так, чтобы во время заноса у вас это значение было либо нулевое, либо немножко плюсовое. Ну а теперь переходим к самому интересному, самому сложному, самому непонятному, что я, в принципе, может быть, до сих пор толком не понимаю, но я постараюсь объяснить. Если что-то вдруг я не так сказал, то поправьте меня. Ну, я думаю, наверное, только пару человек сможет меня поправить в этих аспектах. В общем, чтобы вы приблизительно понимали, что это такое. Сжатие и отбой — это параметры, которые влияют на то, как у вас быстро машина просаживается и, наоборот, возвращается в стандартное положение подвески. Бампы — это, соответственно, сжатие, фаст-бампы — быстрое сжатие, ребаунды — это разжатие, и фаст-ребаунды — это быстрое разжатие. Обычное сжатие отбой влияет на то, как у вас машина будет крениться, то есть, к примеру, на постановках или на перекладках, как вот в зависимости от вот этих вот резких движений будет у вас отрабатывать подвеска. Быстрое же сжатие отбой будет влиять больше на то, как у вас машина ведет себя именно под газом, как она будет отрабатывать разнообразные неровности дороги, кочки, поребрики и так далее и тому подобное. Все вот эти значения, которые указаны в ползунках, это жесткость. Соответственно, жесткость на сжатие, жесткость пружин на отбой. И если, к примеру, здесь вы ставите жесткость на сжатие больше, чем жесткость на отбой, это не значит, что у вас действительно фактическая жесткость на отбой будет ниже. Потому что по факту в карстатусе машины эти значения будут другими. Посмотреть их можете в контент-менеджере, когда заходите в графу «Контент», выбираете, соответственно, свою машину и там нажимаете «Предустановки». Старайтесь всегда придерживаться значений, которые указаны именно в предустановке, то есть в статусе. Не те, которые вы выставляете на ползунках, а те, которые именно показываются там. То есть вы выставили значение, нажали «Сохранить», перешли в контент-менеджер и посмотрели, какие там значения. В целом дам парочку советов, которых стоит придерживаться, потому что в зависимости от того, как вы настраиваете, в любом случае будет меняться много чего. И влиять на машину оно будет по-разному. Где-то там оно будет углить, где-то не углить, где-то будет лучше работать газом, где-то она станет более рваной. В общем, поверьте мне, геморроя с этой настройкой хватает. Но старайтесь держать сжатие и отбой, то есть бампы и ребаунды, на приблизительно одном и том же уровне. То есть, если здесь, к примеру, на лавре стоит 19-19, то в статусе будет стоять 9500-9500. И плевать, что хоть тут по значению это 19-19, по ползункам вы можете заметить, что здесь это разное. Причем не факт, что будет именно в такой последовательности. В разных машинах преднастройка и жесткости разные. И, соответственно, шаг настройки тоже может быть разный. Что касается быстрого сжатия и отбоя, то тут советую ползунки держать немножко в разнобой. То есть быстрое сжатие делает чуть меньше, чем быстрый отбой. Для того, чтобы установить заднее значение, придерживайтесь приблизительно того же принципа, но сделайте так, чтобы значения на задних были поменьше на несколько тысяч, чем передние, потому что задняя подвеска должна быть немножко мягче. Потому что именно задней подвеске вам нужно очень много ходить, и поэтому разность вот в этом сжатии отбоя и быстром сжатии отбоя старайтесь делать чуть-чуть побольше. Ну и на этом все, друзья. Это, конечно, все очень сложно. Настраивать это прям целая наука. И поверьте мне, сходу у вас не получится. Все равно придется разбираться. Где-то вы будете чувствовать, что вот эта вот настройка у вас влияет чуть-чуть сильнее на это. Вот эта настройка у вас чуть-чуть сильнее влияет на это. И, разумеется, поведение машины будет постоянно разное. И это будет касаться не только настроек, но и разных машин в принципе. Потому что в разных паках есть разные характеристики, как подвески, так и двигателей, так и всего остального. Соответственно, для каждой машины, даже в рамках одного пака, не говоря уже о других паках, все эти настройки будут абсолютно разные. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а также переходите на Трово, чтобы смотреть стримы там. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.